Всем здравствуйте! Сегодня хотим познакомить вас еще с одной новинкой из семейства Kayo. Новым эндуро-мотоциклом Kayo K5 300MX 2024 модельного года. Инженеры Kayo не сидят сложа руки, а предлагают нам все новые и новые решения для драйвовой езды на бездорожье. Новый Kayo K5 внешне напоминает Kayo K4, но это совершенно другой аппарат с существенными отличиями. Разработчикам удалось улучшить несколько характеристик так, чтобы этот снаряд стал просто пушкой на оффроуде. Сильный, послушный, сбалансированный. Пройдемся по всем характеристикам, и вы сами во всем убедитесь. И сразу начнем с самого главного – силовая установка. В этом мотоцикле установлен 4-клапанный 174-й мотор жидкостного охлаждения от Zhongshan с маркировкой ZS174MN5A. Это свежая разработка от инженеров Kayo, и такого мотора не было еще ни на одной модели Kayo, представленной у нас. Двигатель работает в паре с карбюратором Nibe PVK34, который зарекомендовал себя как эффективный, понятный и простой в обслуживании. В данном мотоцикле предусмотрена 6-ступенчатая трансмиссия. Мотоцикл оснащен электростартером, ну а кикстартер в этой версии отсутствует. Рама мотоцикла собственной разработки, изготовлена из хром-молибденового сплава, окрашена в черный цвет. Пластик у модели высокого качества, гибкий, стойкий к повреждениям. Мотоцикл оснащен яркой фарой со светодиодным модулем. Модель имеет стильный внешний вид и яркую контрастную графику в бело-оранжевом цвете. Подножки и маятник мотоцикла стальные, выхлопная труба выполнена из алюминия. Топливный бак пластиковый, черного цвета и имеет объем в 8 литров. Мотоцикл оснащен подвесками от компании KKE. Передние амортизаторы длиной 880 мм, диаметр пера 41 мм. Ход передней подвески 280 мм. Траверсы изготовлены из литого алюминия. Задняя подвеска – это моноамортизатор с компенсационным бачком и прогрессией. Длина задней подвески 470 мм. Имеются регулировки нажатия, отбой и преднатяга пружины. Подвески KKE стабильно обеспечивают плавность хода, эффективно отрабатывают разные препятствия на бездорожье, такие как бревна, кочки, камни и другие. Мотоцикл имеет гидравлическую тормозную систему. Спереди установлен двухпоршневой суппорт. Диаметр переднего тормозного диска равняется 260 мм. Сзади стоит однопоршневой суппорт по классике. Тормозной диск здесь имеет диаметр 220 мм. Тормозная система оснащена армированными гидролиниями, которые защищают ее от повреждений. У нового Kayo K5 28-й алюминиевый руль переменного сечения Kayo Racing Performance выполнен из алюминиевого сплава 60-61. По центру размещена большая мягкая подушка с логотипом компании. На руле располагаются влагозащищенные кнопки старт-стопа двигателя, алюминиевые рычаги сцепления и тормоза, стандартная ручка газа. Колесная формула по классике мотоцикла 21/18 дюймов. На нем установлены колеса с усиленными ободами из алюминиевого сплава 70-75 и литыми ступицами. Спицы и ступицы мотоцикла окрашены в стильный черный цвет, а на ступицах даже размещен фирменный логотип Kayo. Колеса обуты в покрышке средней жесткости от компании Yanseed. Колесная база у этой модели 1475 мм, дорожный просвет 280 мм, ну а сухой вес мотоцикла составляет 119 кг. Его оценят все любители эндуро, а также те, кто уже вырос из двигателей воздушного охлаждения. И тем, кто хочет преодолевать на бездорожье крутые горки и прочие сложные моменты, не боясь перегрева мотора. Этот снаряд с новым взрывным характером подойдет как райдерам с небольшим опытом вождения внедорожной мототехники, так и более опытным пользователям. Только в Rolling Moto.